Всем здравствуйте! 11 апреля Ирина Безрукова отметила свой день рождения. Актрисе исполнилось 57 лет. Понятно, что многие знаменитости не хотят стареть и замедляют этот процесс различными манипуляциями со своей внешностью. Судя по всему, Ирина Безрукова не в их числе. По крайней мере, об этом говорит ее крайний выход в свет. Известно, что теледива пристально следит за своим здоровьем, а потому уже много лет избегает вредных привычек. Отсюда идеальная фигура 57-летней экс-жены знаменитого актера Сергея Безрукова, которая всегда восхищала поклонников. В своем микроблоге артистка всегда выглядит прекрасно, но верить социальным сетям нельзя, ведь многие знаменитости пользуются масками, чтобы выглядеть лучше. Свою естественную красоту Ирина Безрукова продемонстрировала, появившись на премьере фильма «Первый Оскар». Теледива появилась в ярком алом брючном костюме. Шею актриса решила не прикрывать, выставив на показ свою весьма дряблую кожу. Примечательно, что ее лоб выглядит безупречно гладким, а вот овал лица слегка поплыл, да и на шее образовался эффект печеного яблока. Наверняка фанаты задаются вопросом, когда вечно молодая актриса успела так состариться. Тем не менее, Ирине Безруковой нужно отдать должное за смелость выхода в свет, не стесняясь своих несовершенств. Отметим, что теледива доверяет традиционной восточной медицине, а потому практикует хиджаму, которая представляет собой кровопускание. Сама по себе процедура очень болезненная, но ради здоровья Ирина Безрукова готова пойти на многое. Будем надеяться, что знаменитость не будет обращать внимания на высказывания своих хейтеров, а будет и дальше радовать своих поклонников новыми работами в кино и на сцене. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!